В Генуе начинается снос моста Моранди, который обрушился в августе прошлого года. Согласно заявлению местных властей, сперва разберут западные опоры. Элементы конструкции будут разрезать и с помощью гидравлических домкратов опускать на землю. Мост некогда был символом города, сегодня это символ трагедии. Жертвами обрушения стали 43 человека, а сотни горожан, которые жили в домах под пролетами, так и не знают, смогут ли когда-нибудь вернуться. Это ударило не только по моей жизни. Нас около 600 человек с общей бедой. Мы не можем больше вернуться в свои дома, не можем забрать оттуда свои вещи. После обрушения моста каждому из нас дали всего по несколько часов, чтобы взять самое необходимое. Угроза обрушения остается, и поэтому нам сказали, что возвращаться нельзя. Планы разборки восточной части, которая и нависает над жилыми домами, пока еще не утверждены. И это при том, что проект нового моста готов, и к его строительству власти обещают приступить немедленно и завершить его в рекордные сроки. Работы по сносу моста закончатся не раньше лета, но строительство новой конструкции начнется уже в апреле и займет 12 месяцев. В Италии это считается невероятным. Обычно проекты такого масштаба занимают десяток лет. Dove opere di questo calibro vengono concluse in oltre 10 anni.